Осенний день, немножко промозглый, Сене новая почта, изучаю письмо. Много почты, сумка тяжелая будет сумка. Письмо с Московской области. Сейчас посмотрим. Ленточку сейчас прислали, повяжем. Само письмо. Обязательно передаем. Тут еще что-то. Осень у Сеньки продолжается. Сейчас мы добавим осеннего колорита. Ну, сейчас и ленточку. Кто передавал? Ждите исполнения. Ветром не сдуло. Пишите, все передаем, и ленточки, и письма.